У движения «Талибан» появился новый противник. Афганские радикалы создали еще одну группировку. На своеобразную церемонию открытия даже пригласили иностранных журналистов. Все эти люди с автоматами еще совсем недавно были талибами. Но в движении наметился раскол, и их командир погиб при невыясненных обстоятельствах. Не желая разделить судьбу своего начальника, раскольники сбежали в провинцию Забул. Свое движение, в котором, если верить экстремистам, конечно, больше 10 тысяч бойцов, они назвали «Махази Дадулла». Нового лидера долго искать им, в общем-то, и не пришлось. Им стал племянник убитого командира. Он пообещал мстить за родственника и воевать на стороне этих сил против оккупантов. Я согласен возглавить движение. Я принимаю решение старейшин, которые приехали сюда из 14 провинций. Я обещаю достойно продолжать дело своего дяди, Муллы Мансура.